В мониторинге охвачено 14 образовательных учреждений, 10 школ и 4 среднеспециальных учебных заведения. Служебные проверки в этой части должны проводиться таким образом. Вы должны оценить в момент преступления, где был учащийся, чем занимался, где был занят, как была организована занятость, как он посещал учебное заведение, и оценить полностью всю профилактическую работу с этим ребенком и его семьей. В ходе мониторинга нарушения выявлены в 12 образовательных учреждениях. Руководители школ рассказали, каким образом строится профилактическая работа и какие меры приняты по устранению недостатков. Дополнительно с классными руководителями были проведены заседание методического объединения, на котором еще раз подробно рассмотрены нормативные документы, части, касающиеся учета пропуска занятий, алгоритм профилактической работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди учащихся. Проведены индивидуальные собеседования с классными руководителями, которые были особые замечания по ведению документации классного руководителя и проведению профилактической работы. В течение 2017 года 35 подростков совершили 43 преступления. Наиболее часто из них кражи. Комиссия еще раз проверит школы на предмет исправления замечаний.